Всем привет, ребят, скажите привет. Привет. Всех поздравляем с Днем Пасхи. Иисус воскрес. Надеюсь, напишите в ответ. Дайте Ванечке наклейку. Вы чего какая-то-то Ваньку без наклейки оставили? Это что такое? Мы тут покрасили яйца двумя цветами. Пасхи вчера испекли. Ну, фотографию вы в предыдущем видео увидите. И они клеют. Сломала уже яичко. Вот надо как получить, у кого только получится. Что вы тут придумали? У Марины дождь всех. И у Вани дождь. А у Оксаны, да. Ну все, кушайте. Всех с праздником еще раз. А, Машка проиграла, Оксана победила. Иисус воскрес. Всем желаю всего самого хорошего, благополучия, успехов и всего-всего-всего. Так, ребят, у нас время вечер. Иди делай уроки, сейчас все будет. Короче говоря, я сегодня купила капусту свежую по 85 рублей за килограмм. Целый вилок взяла и сейчас вот делаю салат свежий. Также купила лучок, укропчик и один огурчик. И сейчас вот делаю салатик. Нарезаю лук. Свеженький салат с капусты поедим. Завтра у меня экзамен. Честно переживаю. Надеюсь, что смогу сдать. Но переживаю. Так что посмотрим. Также поставила еще сварить кашу гречневую с салатиком поедим. Плюс еще есть селедка, кто захочет. Есть мясо копченое, ну, сало копченое, кто захочет, что. Такой будет легкий ужин у нас. Ребятишки у меня уроки делают. Маленьких уже с садика забрала. Делаю салатик. Будем кушать. Лук зеленый нарезала. Сразу сюда в салат отпускаю. Тут попозже покажу. Что у меня получилось. Лука немножко было. И укроп зеленый тоже свежий взяла. Вот такой вот пучочек небольшой. Сейчас от зелени уберу. И нашинкую. А палочки на суп оставлю. Сюда так делаю. Мягкая на салатик, а палочки на суп потом. Дети у меня там играют. С ума сходят. Не играют, а с ума сходят. Погода у нас сегодня днем была более-менее теплая. Ребятишки погуляли. Ну, вот сейчас вечером было 32. А вот сейчас уже не так уже вечер сильный. Посильнее стало. Так это минус 10, короче, погода стала. Как-то так. Делаем салатик. Вкусненький. Еще огурчик сейчас туда нашинкую. И будет вообще бомбезда. Да? Плюс 8 уже. Ну вот недавно было минус 10. Уже Оксана говорит, плюс 8 стало. Ой, плюс 10 было. Не минус 10, а плюс 10. Так, мне надо кашу помешать. На плитке варю кашу. Пока салат нарезай, и каша сварится. Так что вот как-то так. Да, Мариночка? Я салат делаю, Маришенька. Иди пока, поиграй, пожалуйста, хорошо? Так, ну-ка с кухни уходим. Не мешаемся маме на кухне. Вот не люблю, когда на кухне толкутся. Кухня маленькая. Не люблю, когда толкутся. Вот так вот нарезала укропчик. И высыпаем тоже сюда в салатик. Сейчас достанем огурчик с вами на шинкуй. На, что курицу разрезать забыла. Один такой огурчик. Сейчас ополоснем его. И нашинкуем. Короче, делаю салат. Все, ребят, целый тазик салата, такой большой тазик салата сделала.
заправила уже всем, пусть стоит пока. Пока я кашу варю. Катя, а ты что сегодня так поздно? Скажи мне, пожалуйста. Я знаю, что ты давно пришла, но ты рюкзак домой не приносила свой. Приносила. Почему губы накрашены? У меня нет блеска. А куда блески опять? А, ты же постирала нынче. У них привычка, они ложат брюки в стирку и не проверяют карманы. Ну и блеск постирала. Бомбезно. Капуста дорогая, но иногда на себе позволит. Как это я себя любимую, вот не покупаю капусточкой. Варим. Всем привет. Я сходила на экзамен. Вроде бы сдала. Ну, как бы сказали, все сдали, все правильно сделали. Зашла по пути в магазин. Плюс тут еще в магазин зашла, плюс на почту сходила. Маша, принеси маленькие ножнички. У меня пришла первая моя халява с Алиэкспресс в этом году. Сейчас покажу, что здесь. Сейчас Маша ножницы принесет. Это в этом году первая моя халява. Да, Машка? Что это было? А, пластиковый. Пластиковый. Ну? На окна. Нет, не на окна. Сейчас посмотрим. Я не помню, там что я. Я там три товара выигрывала на Алиэкспресс, но выкупила два. Почему? Потому что один продавец сделал так, что доставка тебе будет стоить 500 рублей. А не пошел ли бы он со своими доставками? Да и подальше. Это... Ой, порезала нечаянно. Это вот такая вот пленка на окна. Самоклейка, короче, пленка для окон. Самоклеющаяся. Да. Чтобы затемнить окна. Я хочу это в пристрое сделать. Ура, выиграла. Первая моя халява в этом году, выкинь, пожалуйста. Вот такая вот. Тут ее вот, видите? Я не помню, сколько, надо посмотреть в интернете, сколько. Но вот факт то, что первая моя халява в этом году. Там что-то 98 копеек, если на русский переводить, по-моему, 98 или 68. Что такое заплатила я вот за это? Классно. Дальше показываю то, что... Давайте, наверное, сначала то, что купила в городе, я вам покажу. У нас, кстати, ой, на улице дождик идет очень сильный. Вообще прям сильный-сильный. И у меня тут грядка растаяла и начал цветок цвести. Ну, я вам показывала, по-моему, уже. Что купила? Капуста в магните по 82 рубля. Взяла два вилочка таких небольшой, супик сварить. Да что, потом пачку сахара взяла. Сахар, сейчас скажу почем. Чек даже сохранила. Так, лук, рис, крупа. Сахар по 82,99. Капуста 82,69. Капуста вышла на 270 рублей. Дальше потом гречка 86,59. Две пачки взяла. Ой, вам, наверное, плохо, да, меня видно, но извините, ребят. Дальше рис. Рис пропаренный 73,99. Это был самый дешевый. У меня просто дома рис заканчивается. Я две пачки взяла. Так, дальше взяла горчицу, майонез мы делать, чтобы это она. 30 рублей 79 копеек. И купила лук. Лук у нас. Репчатый по 43,99. Тут вышло на 73,64. В общей сложности 840 рублей я заплатила. Вот что взяла? Ничего не взяла. 840 рублей оставила. Все, все покупки мои. А, ну еще вот здесь заходила, хлеб брала. Хлеб, молоко и все. А, нет, еще сосиски взяла. Сейчас, короче, покажу. Хлеб уберу все это. Молоко достану. И вот такие вот сосиски взяла, еще уберу в морозилку, пусть лежат. Все, все покупки. Вот такие вот дела. У нас дождик идет. Сейчас мне через полтора часа в садик надо будет идти. Не знаю, как пойду.
Ну, как-то пойду. Ну, дождь, ну, с детьми явно обратно на автобусе поеду, потому что промокнут все. Ладно, дорогие друзья. Все, спасибо, кто за меня переживал, экзамен сдала. Еще один учитель остался, еще один экзамен. Или не знаю, как там будут засчитывать. Ну, вроде фу-фу-фу, больше нервничала, чем на самом деле. Ладно, пойду чай попью и в садик собираться будем. Тайсон, мы пришли с садика. Но да, Марина? Любит меня. Обязательно тебя любит. Можно не нападать? Нет, конечно, не нападает. Он, видишь, играть хотит. Ай, как радуется Ваньке, да? Давай поближе подойдем, лапу подтяни ему, лапу вот так, он тебя оближет. Не бойся, не бойся. Вот так, видишь, облизывает. Марина, тоже можешь лапку дать, ручку дать ему. Он тебя тоже оближет. А потом руки дома помоем. Да просто закашлялся. Да, Тайсон, скажи, я закашляю тоже, как и все люди. Да, видишь, это он тебе так сказал, что он тебя любит. Пойдемте. Ну, все, Тайсон, играй. Идем домой.